Не украшался Вифлеем огнями в ту ночь, когда родился наш Христос. Он признан был простыми пастухами, в хлеву убогом спать ему пришлось. Он муж скорбей, изведавший болезни, не дав душе Спасителю простор. В гостиницах закрыты были двери для вечного и славного царя. И ясли были вместо колыбели, Мессию принимала так земля. Но потом Голгофский крест и муки, и крик людской: «Распни его! Распни!» Сейчас младенца мать берет на руки, страдания же только впереди. Пусть это Рождество для нас не будет очередным, бесплодным жизни днем. Пусть для труда Господь нас всех пробудет, сожжет наш дух негаснущим огнем.